Здравствуйте, дорогие друзья! Вот вы меня просите периодически, ну, вернее всего, постоянно послушать в очередной раз XXXTentacion. Сад я уже слушала, но в связи с тем, что там вышел клип, и вы мне просите его посмотреть, я не знаю, по авторским правам, скорее всего, у меня опять не пройдет. Ну, не знаю, попробуем урезать, останавливать буду, комментировать. Вот. Но опять, вот, понимаете, я не очень люблю, во-первых... Когда я уже посмотрела, послушала песню, слушать опять ее и клипы. Ну, вот когда там сильно настаивает, думаешь, ну ладно. Но в свете того, что уже его не стало, ну, давайте еще раз вспомним, послушаем, ну и прокомментирую, что смогу еще раз. Хотя вот песня, вот этот сад, да, я ее вот как-то вот, я ее еще помню. Хотя вот уже какое-то там время прошло, может, неделя или сколько, когда я слушала. Но какая-то она такая вот запоминающаяся. Это говорит о том, что музыка хорошая, раз я-то ее запомнила, правильно? Ну и с удовольствием тогда послушаю ее еще раз. Хотя вот какой клип-то? Как он мог выйти, если уже все свершилось? Жалко, тут перевода нет. Твое имя. Как твое имя, да? Сколько тебе лет? Своеобразное начало. Что ты любишь? Я знаю английский, представляете? Да, тут что-то такое серьезное. Клип сделан посмертно, судя по всему. Ну, петь даже он сейчас не должен, правильно? К сожалению, английский знаю не совсем, но догадываюсь, что это смерть, правильно? Вот вообще, ну я так прерываю специально, чтобы я не знаю, будет ли тут авторские права или что, поэтому вот немножко скажу. Ну такое мрачноватое, не знаю, когда он запоет, потому что уже одна треть прошла, и стоит ли тут петь. Ясно, что это посмертно, и автор этого клипа хочет донести, видимо, про то, как это все произошло. Ну, давайте послушаем дальше. Ой, господи. Ужас. Жестко, однако. Ну, вообще, так это, понимаете, мрачно, мрачно, настолько мрачно. Но я понимаю, что тут ничего
нету веселого. My heart left me lonely. I think broken heart contentious. I won't fix, I'd rather weep. Вот даже не знаю, зачем я его смотрела, но как-то все очень серьезно и мрачно. Очень. И зачем это надо было сделать? Чтобы сделать хайп? Для чего вот этот клип? Не знаю. Вот немножко не понимая смысла, я так понимаю, что это главный герой, да, который экстенсион, да? Но зачем? Кто тот герой, который, в общем-то, вроде это он сам, да? Не пойму. Все тяжело, все сложно и печально. Ну, друзья мои, ну, не могу, что мне прям так это как-то аж дурно от этого клипа, такой прет негатив, что думаю, достаточно. Не знаю, нужно ли это было кому и зачем это надо было сделано. Если вы знаете смысл того, что я увидела, разъясните мне. Я не понимаю этого и думаю, что это ни к чему было. Вот.